Мы все зависим от того состояния, в котором находится страна. И за эти 4 года мы в определенном смысле проиграли войну за молодежь. Выступая в России или продавая свою музыку там, ты нарушаешь закон? Нас могут как по голове погладить, так и загандонить. Все понятно с Крымом. Оба Майдана, революция, война. Зачем нам военные расходы, если у нас нет культуры? Ну что мы будем защищать? Они приезжают у нас убивать, приезжают до них выступать. $1 000 000 за один концерт. А здесь нету денег. Как они могут писать эти песни, если у них нечего есть? Жить в нашей стране стало полегче, вот увидите, тогда и музыка будет получше. Это трэш. Украинская музыка двигает вообще процесс культуры в СНГ. Это неоспоримый факт. И с ним не поспорит никакая другая страна.